Добрый день, меня зовут Колос Сергей, я генеральный директор компании BioAero Group. Уже год мы занимаемся производством микроводорослей хлорелла. Это не уникальная водоросль, которая существует более 2 миллиардов лет. В этом видео вы узнаете, как можно использовать хлореллу для сельхозпроизводства, для кормления животных и какие эффекты она дает, и почему нужно вкладываться в наш проект. Основная проблема на сегодняшний день то, что в условиях сельхозпроизводства животные не получают зелени, а то, что за миллионы лет эволюции является просто основой их питания. Поэтому животные болеют, требуют антибиотиков, а химические витамины плохо усваиваются. Хлорелла содержит витамины и хлорофилл, которые как раз позволяют решить эту проблему. А с точки зрения спроса мы сделали тест, мы обзвонили 100 компаний, из которых 15 заинтересовались нашим продуктом, 4 контракта заключили, 5 контрактов находятся на стадии заключения. А конкуренты в основном занимаются химией, и очень мало компаний, которые занимаются натуральными добавками, но мы видим в этом тренд, что натуральные добавки будут в тренде в ближайшее время. Оценка рынка, ну для примера, если мы берем только один сегмент птица, 1% от птицы сегодня, это 200 миллионов рублей. Путем добавления поения микроводорослей хлорелла, которая повышает количество лактей бифидобактерий и бифидарную активность крови, что приводит к улучшению привеса, конверсии корма и прочим производственным показателям. Интеллектуальная собственность у нас частично защищена. Наши конкурентные преимущества – это команда и это отработанная технология, мы больше года ее испытываем, и наличие высокопродуктивного штамма, который размножается в течение 24 часов 10 раз. Деньги находятся в B2B-секторе, потому что компания получает примерно 10% дополнительной прибыли, что называется, из воздуха, и мы рассчитываем делиться в соотношении 70 на 30, давай 30%. Итак, почему мы? У нас есть команда, есть наука. Так, за год мы потратили почти 20 миллионов рублей на оборудование, технологии, выбор штамма, на проведение исследований и проведение производственных экспериментов на больших предприятиях. В настоящий момент нам нужно примерно 19 миллионов 800 тысяч на организацию производства, на продаже мы оценим наши расходы в 3,7 миллиона. Мы ждем инвестора. BioAero Group.